Соник оса. Соник Филомена. К чему снится оса во сне по Сонику? Оса во сне является символом болезненных ссор, конфликтов и неприятностей. Появление ее в сновидении предостерегает перед возможностью быть оклеветанным. Жужжание осы предвещает появление неприятных новостей. Толкование по популярным сонникам. Все сонники. Много ос приснился рою, сон про осиный рой предвещает неприятные события, после которых вам придется покинуть место своей работы. Возможен переезд на другое место жительства из-за случившегося. Постарайтесь удержаться на прежних позициях, еще не время для перемен. Приснилось осиное гнездо. Осиное гнездо во сне символизирует временное охлаждение чувств и отношений со второй половинкой. Разрушать осиное гнездо – разрыв отношений, имеющих большую важность и влияние. Кусает оса. Приснилась летающая оса. Летающая оса во сне предвещает преграды и трудности в работе, не оказывающие влияния на решение основных вопросов. В делах сопутствует успех, все разрешится благополучно, стоит лишь приложить больше усилий. Оса в доме. Приснилась оса в волосах. Приснилась оса в волосах появлением небольших хлопот и неприятностей наяву. По отношению к вам кто-то строит коварные планы, желая запутать мысли и добиться результата обманным путем. Убить осу. Увидеть во сне большую осу. Сон про большую осу предвещает появление новых знакомств, перемены в личной жизни. Оса, сидящая на домашнем животном, означает легкое избавление от существующих трудностей. Для девушки большая оса символизирует конфликт со старшими. К чему снится мертвая оса? Мертвая оса во сне означает присутствие проблем с мужской потенцией либо появление фригидности у женщин. Не стоит пренебрегать консультацией специалистов для решения проблемы, пока есть шансы все исправить. Пчела и оса. Сомника, ракула, комар, шершень, шмель, пчела. Один читать далее. Стрелка направо. Тема сна. Насекомые. Видео. К чему снится оса? Сколько ос вам приснилось? Приснился рой. Сон про осиный рой предвещает неприятные события, после которых вам придется покинуть место своей работы. Возможен переезд на другое место жительства из-за случившегося. Постарайтесь удержаться на прежних позициях, еще не время для перемен. Приснилось осиное гнездо. Осиное гнездо во сне символизирует временное охлаждение чувств и отношений со второй половинкой. Разрушать осиное гнездо – разрыв отношений, имеющих большую важность и влияние. Что делала оса во сне? Приснилась летающая оса. Летающая оса во сне предвещает преграды и трудности в работе, не оказывающие влияния на решение основных вопросов. В делах сопутствует успех, все разрешится благополучно, стоит лишь приложить больше усилий. Где вам приснилась оса? Приснилась оса в волосах. Приснилась оса в волосах появлением небольших хлопот и неприятностей наяву. По отношению к вам кто-то строит коварные планы, желая запутать мысли и добиться результата обманным путем. Какого размера осу вы видели во сне? Увидеть во сне большую осу. Сон про большую осу предвещает появление новых знакомств, перемены в личной жизни. Оса, сидящая на домашнем животном, означает легкое избавление от существующих трудностей. Для девушки большая оса символизирует конфликт со старшими. Вам приснилась живая оса. К чему снится мертвая оса? Мертвая оса во сне означает присутствие проблем с мужской потенцией либо появление фригидности у женщин. Не стоит пренебрегать консультацией специалистов для решения проблемы, пока есть шансы все исправить.